Снимаем ужин в отеле Ramada Plaza Анталии. Сейчас посмотрим, что у нас дают на ужин. Итак, эта полка у нас пустая. В прошлые годы она всегда была заполнена. Здесь у нас различные фрукты. Арбузы, грейпфруты, апельсины, персики, дыня, яблоки, мушмула, киви и зеленые эти сливы турецкие для любителей местных, для местных, в общем. Здесь у нас пирожные, зефирки, баклава, вот это вот тыква сладкая в соусе, тортики такие вкусненькие. Но здесь, честно говоря, пирожные не очень. Средний изделие. Вторая полка с пирожными. Красный бархат. Смотрим дальше. Вот непосредственно наши закуски. Мясо. Какие-то замазки, намазки. Овощи, сыры, салатики, замазки опять различные, сыры. Здесь у нас зелень. Что-то непонятно, что мексикан, турецкое мексиканское, да. Это пюре, рыба, овощи. Здесь у нас кибач. Тут у нас кофейные автоматы, чай и еще кофейные автоматы. Кофе машин. Здесь супы. Так. Суп с курицей, насколько я помню. Здесь томат. Здесь у нас курица. Птичка. И сухов различные. Здесь мясо типа гуляша совершенно. Здесь жареная рыба. И интересный. Вот так вот вкратце такой ассортимент меню на ужин в отеле Ramada Plaza Анталия. Ну а вот так вот выглядит сам ресторан. С выходом туда на террасу, с которой видно. Всем привет! Снимаю завтрак в отеле Ramada Plaza. Итак, посмотрим, что у нас сегодня дают на завтрак. Стала эта полка заполнена. Это впервые за это время пребывания. Печенье, вафли, сухофрукты, джемы. Различные фрукты.
Здесь молоко, желтый. Здесь у нас оливки, сыры, джемы, масло. Здесь различные закуски холодные. Тут зелень, помидоры, яйца порезанные, лимоны, соусы, фрукты, яблоки, арбузы, фрукты, сливы, дыня, мушмела, апельсины. Кстати, у нас сыры. Кстати, вот этот вот сыр рекомендую попробовать в маленькие булочки. Достаточно не соленый. Типа наши моцареллы. Вот здесь у нас дальше сыры. Тут колбасы, чипсы, вот такие маленькие. Варенье разливное, соусы, шоколад, вот такой вот накладывающий, джемы различные, здесь идут йогурты, сладкие, не сладкие, внизу идут вот они йогурты, а внизу идут различные консервированные фрукты. Здесь у нас капуста, Кирюшка пришел. Здесь у нас овощи тушеные. Сейчас, Кирюшка, подожди. Тут у нас колбасы, сосиски. Два раствора там. Тут просто булочки. Тут у нас помидоры. Здесь у нас яйцо. Здесь и омлет. Кофе. Тут яйца 5 и 10 минут. Подожди, Кирюша. Томатный суп. Здесь молочный суп. Булки, хлеб. Выпечка местная, различные. Вот такие булеки, достаточно вкусные. Пальчики, пальчики, ничего так нормального. Картошка, выпеченная. Омлет. Это курица, чикен. Это у нас кабачки, баклажаны. Ну, здесь у нас масло. Это типа чикен, не чикен, не знаю, колбаса, сыр. Будем пробовать. Вот такой вот рацион я вам показал. Ассортимент меню на завтрак, для завтрака в отеле Ронада Плаза. Ну и прелесть завтрака в отеле Ронада Плаза — это то, что очень приятно выйти на террасу и там посидеть, поесть и насладиться сумасшедшим, можно так сказать, сумасшедшим, обалденным, прекрасным, супер бьютифул видом. Вот такой вот открывается вид на завтраке. Терраса пока еще в тени. Замечательно. Ну все, на этом всем пока. Следующее я буду показывать обед. Пока-пока. Итак, сейчас я вам покажу, что дают на обед в отеле Ронада Плаза.
На обед первые витрины пустые. Раньше такого не было в прошлые сезоны. Так, здесь у нас фрукты, арбузы, дыни, апельсины, грейпфруты, киви, сливы. О, клубника появилась. Абрикосы, мушмела, яблоки. Клубнику, сливки поставили. Здесь у нас пирожные. Отлично. Ну, как я уже говорил, пирожные в отеле Ромада Плаза довольно посредственные. Очень хорошие пирожные в отеле Селекто. Вот там действительно очень вкусный изыск. Мало кто в таких отелях так делает. Здесь у нас оливки, маслины, сыры. Здесь зелень, соусы, помидоры, редис, перец. Снова идет зелень, различные нарезки. Пюре. Чипсы, что мясо, рис. Снова зелень. Капана, турецкое что-то. Здесь вегетапльс, вегетарианское. Тут что-то типа риса. Здесь рыба с овощами. Здесь яйца с овощами. Так, идем дальше. Здесь у нас суп, корм с кукурузой, видимо. Здесь нет суп, здесь вегетабль. То есть это мясной суп с овощами. Булки, хлеб. Здесь рыба с мясом. Лепешки. Здесь вино. Заправки все. Картофель. Курица, курица, наггетсы, гриль, помидоры, лук, курица, гриль, чипом петрона, рыба. Вот такой вот скромный ассортимент. Но в принципе поесть можно. Есть что выбрать. Голодным не останешься. В принципе, из этого довольно-таки скромного меню всегда можно найти что-то вкусное. Ну все. Всем пока.